6 мая началась выдача продуктовых пакетов малоимущим людям, оказавшимся в кризисной ситуации. В пакеты входит 400 граммов сухого молока и столько же гречневой, манной крупы и риса, полкило овсяной крупы, килограмм макарон, 500 граммов пшеничной муки высшего сорта, пол-литра рапсового масла, 250 граммов сахара и столько же свиной тушенки. Если в малоимущей семье есть хотя бы один ребенок в возрасте до 18 лет, то полагается также набор средств личной гигиены – мыло, шампунь, зубная паста, зубная щетка, средства для стирки белья и мытья посуды. А если воспитывается ребенок в возрасте от 5 до 16 лет, то раз в год такая семья сможет получить и набор концтоваров. Выдачей пакетов, как и прежде, занимается Красный Крест. Пакеты вы можете получить в главном бюро на улице Кришнина, Валдемара, 13, вход через арку, на первом этаже социального приюта на улице Шаура, 23, а также на улице 18 ноября, 161. Продуктовых пакетов много, и в этот раз они будут гарантированно поставляться в течение будущих 3 лет. Так что Управление социальных дел и Красный Крест убедительно просит горожан не создавать очередей в первые дни. Выдачу комплектов личной гигиены и школьных принадлежностей планируется начать в конце мая. То есть сегодня доступны только продуктовые пакеты. Отправляясь за ними, обязательно возьмите с собой полученные в Управлении социальных дел справки и документ, удостоверяющий личность.